Учить и учиться самому. Под таким девизом в Сочи прошел международный семинар по боевому искусству айкидо, приуроченный к празднованию 20-летия Федерации айкидо России. В нем приняли участие ведущие инструкторы по айкидо из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Это прежде всего объединяет нас всех. Если сказать, что политика где-то мы можем не найти, где-то точки соприкосновения, а спорт... Здесь нет стран, по каким-то, чтобы мы признакам не находили общий язык. Это нас очень объединяет, тем более, что с Россией Казахстан очень в дружеских отношениях. Понимаете, когда вот быть парнем в деревне – это хорошо, а когда уже международно, ты реально осознаешь, потому что настолько ты понимаешь и узнаешь других, сам себя лучше понимаешь. Это большой стимул для того, чтобы продолжить занятия. Вот людям, которые профессионально занимаются долгое время, и для того, чтобы поймать очередную волну позитива, им нужно обязательно как бы, вот в такой тусовке как бы, побывать. В рамках семинара в Федеральном центре единоборств прошел и первый детский открытый международный фестиваль айкидо «Айкикай», в рамках которого состоялись показательные выступления детей. В нем приняли участие порядка 150 воспитанников сочинских школ айкидо. Среди них и 14-летняя Вероника Грон. Девочка мечтает получить черный пояс, поэтому общение с именитыми мастерами айкидо для нее бесценный опыт. Было много новых приемов. Техники, падения, удары, правильное исполнение. В рамках фестиваля именитые спортсмены дали мастер-класс для участников, а также провели семинар по айкидо. Кроме того, на фестивале спортсмены имели возможность сдать на новый спортивный разряд. В айкидо вообще состязаний нет как таковых, соревнований нет как таковых. Мы только, собственно, и занимаемся тем, что вот совершенствуем свое мастерство, работая друг с другом, обмениваясь опытом, чувствуя какие-то нюансы технические, кто-то что-то посмотрел от какого-то учителя, вот это все передается, этим надо обмениваться, это надо показывать, чувствовать друг другу. Вот этим мы, собственно, и занимаемся. База у нас одна, естественно, это японская база, это классическое айкидо. Ну и, естественно, все школы имеют какое-то свое направление. Но она заключается в одном, что все мы занимаемся именно классическим айкидо, на базе классического айкидо. Мы здесь больше всего хотим больше общения разных школ, передача опыта, чтобы дети увидели, в основном дети, юноши, чтобы они увидели другие школы, как работают мастера. Международный семинар по боевому искусству айкидо планируют сделать традиционным, так что, скорее всего, теперь он будет проходить в Сочи ежегодно в сентябре на базе Федерального центра «Югспорт». Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.